сейчас начнем с контакта. Я просто подчеркиваю важность установления контакта. И как ни странно, это очень сложный этап. Да, теперь переходим непосредственно к работе над первым этапом. Как устанавливать контакт? То есть смотрите, на самом деле буквально 30 секунд. Это очень сложно. Я привлекаю ваше внимание, даже профессионалу сложно. Хочется сразу перейти к документам, ну, уже к подбору квартир, но контакта-то еще нет. Но есть такая как бы шаблонное знакомство. Привет, Леша, Вася, Калининград, тоже Калининград, все равно, ну, как бы, но контакта еще нет, и скрыто не проскочило. А мы уже подбор делаем. Понятно, как бы, ну, его лояльность к нам еще наливает. Что можно добавить? Какие конкретные инструменты мы можем добавить вот в этот этап, чтобы работать на углубление контакта?